Данил, я уже дома. Мама пришла. О-оу. Нам пора уходить. А может, я здесь останусь? Нет. Ни в коем случае нас не должны видеть люди. Даня, вся надежда только на тебя. Раздай нам всем силы. Я не хочу. Браво, Старс. Ну что, чем ты занимаешься? Мам, ты представляешь, на этом аккаунте целых 100 сундуков! Ого, ничего себе! Ты что, целую ночь их набивал, что ли? Ну, это я! Ладно, все с тобой понятно. Ну что, будем открывать? Всем привет! Ребята, привет! У нас сегодня будет супер-пупер-мега-распаковка сундучков! Нам сегодня надо открыть сундуки и раздать силы всем бравлерам! Чтобы они могли таки победить Тару! Ребята, мне очень понравилось снимать видео про Тару. И моя любимая серия, вот буквально самая последняя, четвертая. Данил, а твоя какая любимая? А мне нравится с боссом. Да, действительно, очень крутая серия. Сейчас я вам о ней больше расскажу. А тем временем мы начнем распаковку сундучков. Ну что ж, поехали. Удачи нам. Я думаю, сегодня ждет очень много классных, крутых браунеров. Тем более, что здесь у Дани осталось их еще 4. 3 леги и 1 мифик. Ну что ж, а тем временем я вам расскажу про нашу Тару. Дане нравится 3-я серия. Это было просто круто. Бомба. Ее мы снимали, да, в лесу. И он катался на квадрике. Там было очень много крутых сцен. Особенно, где робот-босс запускает свои ракеты. И эти ракеты попадают в квадрик. И квадрик вместе с Даней переворачивается. Это было просто улет. Так что, ребята, если кто-то из вас не видел еще какую-то серию про Тару, мы обязательно все 3 серии оставим внизу ссылочки на эти видео. И вы можете перейти и посмотреть то, что вы еще не увидели. Еще у нас к вам есть просьба. Давайте наберем на нашем канале 200 тысяч подписчиков. Нам не хватает еще вот такусечки. И как только вы поможете нам набрать этих 200 тысяч, мы обязательно сделаем какой-то классный конкурс. Тем более, что уже очень скоро будет обновление. А если кому-то из вас хотелось бы поучаствовать в конкурсе прямо сейчас, тогда мы оставим ссылочку внизу в описании под видео на действующий конкурс, где вы можете выиграть скин за 150 гемов. Ну, либо мы вам просто задонатим 150 гемов, и вы покупаете все, что вам захочется. Так что переходите, ссылочка внизу. Как у тебя успехи? Сколько там? Ой, еще, в принципе, сундуков хватает. Я думаю, у нас еще сегодня все получится. Ну, по крайней мере, браулера мы прокачаем очень классно и круто. Ребята, но так как мы заговорили о конкурсе и о скинах, тогда пишите в комментариях, какие скины... Да, Леона, пассивка! Ой, гаджет! Гаджет, да, круто! Для Леона теперь есть гаджет. Теперь у нашего Леона будет еще и клон. Круто! Теперь можно будет хитрить в игре. Ну что ж, ребят, а вы пока что пишите, какой ваш самый любимый скин в Brawl Stars, на какого персонажа? Ничего себе, ты прям двумя пальцами. Ты думаешь, так больше выпадет? Больше шансов на легендарку или как? Ребята, на данном аккаунте не хватает еще 4 персонажа. Если вы внимательно смотрите наш канал, то я думаю, вы уже знаете, каких бравлеров не хватает. Спраут! Есть! Вот и мифик! Спраут! Выпал! Спраут! Выпал! Ну что ж, Спраут есть на моем аккаунте, теперь он есть и на аккаунте Данилы. Я тебя поздравляю! Мама задонатила, а у меня выпал! Да, на этого бойца мы, к сожалению, донатим. Круто! Первый персонаж есть, теперь у нас осталось 3 леги. Ребята, а вы пишите в комментариях, сколько осталось выбить бравлеров мне. И каких бравлеров? Там очень-очень интересно.
Сейчас мы готовим для вас видео про бедного и богатого школьника. Если вам нравится такой формат, тогда быстренько ставьте лайки, чтобы оно побыстрее вышло на нашем канале. Так, у меня пока ничего еще не выпадает. Это очень странно. У меня выпал только один боец. А, есть! Гаджет! Уже два гаджета и один бравлер. Слушайте, круто! Как мне везет! Тебе вообще сегодня очень круто везет. Давай, пожалуйста. Ребята, кто из вас ждет обновления? Вообще, это обновление, это просто взрыв мозга. Здесь столько всего крутого, столько примочек. Это два новых бравлера, про которого нам, про Гейла нам рассказали, а вот про второго пока что ничегошечки нету. Здесь будет куча классных, крутых скинов. Но, конечно же, больше всего мне понравился новый персонаж. Это Гейл. Кого вы ждете больше всего? Нового бравлера Гейла, новые скины или, может быть, новую примочку? Это Бравл Пасс. Там, конечно же, будет много всего интересного. Ну что ж, у нас осталось еще 11 больших ящиков. Я думаю, здесь процент очень даже хороший. Ну давай. Ну, пожалуйста, одну легендарочку нам. Ну, здесь первый спраут. И последний. И это... Ничего. Как это ничего? Нам сегодня выпало... А еще и мегаящик? Да. Чего ж ты ждешь? Открывай его быстренько. Чего? Ничего! Я даже не успела просмотреть. Даня так быстро прощелкал его. Ну что ж, Даня очень хочет прокачать своего нового персонажа Спраута. К сожалению, только на второй уровень. Но ничего, это тоже очень круто. Я думаю, если ты будешь дальше открывать сундучки, ты очень быстро его прокачаешь. Ну что ж, ребята, сегодня получилась просто классная распаковка. Мне очень нравится, ведь выпал новый персонаж. Как ты думаешь, теперь бравлеры смогут победить Тару? Да! Но мы что-нибудь придумаем. Ребята, давайте наберем на этом канале 200 тысяч подписчиков. Пожалуйста! И в свою очередь мы сделаем на 200 тысяч обязательно конкурс. И конкурс теперь мы будем всегда проводить на нашей страничке Instagram. Объявлять мы его будем и на канале YouTube, и на страничке Instagram. Но победители всегда будут опубликованы на нашей страничке Instagram. Всем пока!